Привет всем! Сегодня я приготовлю лимонные квадратики. Простой и вкусный десерт. Любителям лимона понравится. Вкус получается насыщенный и вкусный. Погнали! Начнем с основы. Добавляем стакан муки, 1 четвертая стакана сахара, пол чайной ложки соли и 8 столовых ложек сливочного масла. Топим и добавляем туда же. Все это хорошенько перемешиваем. Берем противень для запекания. Застилаем пергаментной бумагой, либо антипригарным ковриком. Выкладываем тесто. Распределяем ровным слоем. Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем в течение 20 минут. Начнем с лимонной начинки. 1 стакан сахара. 2 столовые ложки муки. 2 чайные ложки ванили. Пол чайной ложки соли. 3 яйца комнатной температуры полностью добавляем и 3 яйца отделяем белок от желтка и добавляем только желток. Все это хорошенько перемешиваем до однородного состояния. Берем лимон, раскатываем его на столе, надрезаем на 2 части и выдавливаем сок лимона 150 мл. Натираем цедру. Нам нужна 2 чайные ложки. Сок лимона добавляем туда периодически помешивая и добавляем 2 чайные ложки лимонной цедры. Перемешиваем с помощью венчика. Выливаем в кастрюлю, ставим на слабый огонь и провариваем в течение 6-8 минут, постоянно помешивая, пока она не загустеет. Форма у нас выпеклась. Добавляем масло. Убираем с огня и перемешиваем. Далее пропускаем через сито. С помощью ложки продавливаем. Заливаем нашу основу. Немного трясем поверхность, чтобы начинка полностью распределилась ровно. Выпекаем в духовке в течение 10 минут. Достаем. Даем остыть в течение часа. Далее убираем в холодильник. Примерно на час. Разрезаем на квадратики. После чего присыпаем пудрой. Не забудьте подписаться. На канале много вкусных рецептов. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Давайте попробуем, что у нас получилось. Десерт получился насыщенный, максимально лимонный. Мне понравился. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, как вам такие лимонные квадратики. Всем пока.